Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем уроке вы увидите. Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. И пока вы знакомитесь с тем, что включает в себя весь курс, частью которого является этот урок, хочу обратиться к вам с просьбой, которую мы будем добавлять к каждому уроку, который будем публиковать на YouTube. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы нуждаемся в вас. В вас, тех, кто уже покупал, покупает или будет покупать наши курсы. В вас, тех, кто оказывает нам поддержку, делая пожертвования, независимо от их размера, обращаемся к вам с искренним сердцем и открытой душой. Наше YouTube-сообщество собрало, собирает и будет собирать людей, которые ценят знания, личностное развитие и поддержку друг друга. Мы невероятно благодарны каждому из вас за то, что вы здесь, за вашу активность, за каждый лайк и комментарий. Благодаря вам наш труд приобретает смысл, и вместе мы создаем что-то по-настоящему ценное. Но в этот момент, как никогда раньше, нам нужна ваша поддержка. Чтобы мы могли продолжать делиться знаниями и создавать качественные материалы, мы полагаемся на вашу помощь. Так сложились обстоятельства, что в данный момент наши курсы могут быть приобретены только за пределами России. И YouTube также учитывает только просмотры из других стран. Поэтому мы обращаемся к тем из вас, кто находится за пределами России, с просьбой поддержать нас небольшим пожертвованием, кто сколько может. Будь вы в Германии, Украине, Финляндии или где-либо в Европе или мире. Ваши пожертвования помогут нам продолжить вести канал, улучшать качество контента и создавать еще более полезные материалы для всех, кому они нужны. Вы можете поддержать нас, сделав пожертвование через PayPal или Revolut. Вы также можете стать членами нашего YouTube-канала или поддержать нас через кнопку «Super Thanks». Можете также стать участниками нашей страницы на Patreon, где мы выкладываем записи наших мастер-классов и вебинаров, а также размещаем курсы, которые уже доступны и будут добавляться в будущем. Все наши курсы мы загружаем на нашу страницу в Patreon, все ссылки находятся в описании под видео. Мы вкладываем много усилий и времени в создание курсов, чтобы развиваться вместе с вами, и покупка курсов станет значительным вкладом в продолжение нашей работы. Каждая ваша поддержка, покупка курса или пожертвование –
это вклад в общее дело, которое мы строим вместе. Давайте не останемся равнодушными и поможем друг другу в это трудное время. Вместе мы сильны, и я верю, что мы сможем преодолеть любые преграды. Спасибо вам, что вы с нами на этом пути. Благодарим вас от всего сердца. А теперь давайте продолжим с уроком курса. Чтобы нам понять, как мы ее будем выстраивать. В первую очередь нам нужно разделить наш лист по вертикальной линии на три равные примерно части. Вот если я эту линию одну треть проведу, то она и будет являться низом нашей работы. Дальше. Мы отходим здесь от края примерно на 5 сантиметров для того, чтобы здесь завершить наш мостик. Мостик у нас будет примерно вот такой длины. Вот так мы его и нарисуем. Вот мосточек. Здесь мы спускаемся с нашей земли. Внизу идет протока. Вот это у нас закрасится все. Боковая часть. Кирпичная будет у мостика. Вот так вот. Вот. Вот этот мосток. А уже здесь у нас будет извилистая речка. Во-первых, мы ее сделаем заснеженную, с такими интересными, такими наполненными снегами. А для того, чтобы речка была видна, что она у нас не текущая, нам нужно по ней дать такие полоски. Ледяные как бы сосульки, и тогда наша речка будет восприниматься гораздо понятней. Дальше мы немножко холмик нарисуем вот сюда, и здесь, когда мы нарисуем наш мостик, здесь мы можем построить наши перила. Перила должны быть с двух сторон. Они должны быть так. Только чем дальше перила, тем меньше, короче они. Ну и расстояние. Здесь мы можем планочку поставить, соединить туда и здесь. Вот так. То здесь мы будем рисовать с вами как бы наш лесок, состоящий из елочек. В основном ельничек такой. Мы елочки с вами рисовали и здесь сделаем фрагментально окончание елочки. То есть у нас с вами вот здесь вот будет стоять елочка, которая будет уходить. Ну, вот сейчас я здесь ей дам веточки, которая будет уходить за наш рисунок. Мы начали необычно с вами рисовать. Теперь мы сделаем холмик, вот такой примерно, и нарисуем здесь
на 1/3 нашу елку большую. Нам нужно найти 1/3, нашей вот эту линию. Ну, она примерно это где-то 7 сантиметров. Вот. И вот здесь у нас будет высокая елка, которая у нас будет стоять практически вот на этой линии. Вот она у нас будет заснеженная. Вот я вот так показываю вниз веточки. За елкой у нас будет выглядывать маленький домик, обычный, который мы с вами рисовали. Вот такие два домика будем рисовать. Такой милый традиционный сюжет. Вот. И здесь уже нарисуем с вами елочки. Почему мы рисуем за елочки за домиком? Потому что они более темного цвета. И белый снежочек на крышах домов будет максимально показан очень красиво. А вот дальше мы с вами нарисуем наши вот такие кущи, наши деревья. Вот как их нарисовать, об этом у нас пойдет речь. На переднем плане у нас с вами остается вот здесь вот местечко. Поэтому я хочу здесь нарисовать заснеженные такие кустарники, которые наш уголок у рисунка завершают. Мы можем показать наш дымок из трубы, можем это не показывать. Дальше мы будем рисовать облака. Вот облака у нас будут идти таким образом. Обратите внимание, форма облаков имеет определенные высоты. Как правило, облака вот так рисуют. Вот я вот так покажу вам и сотру сразу же, чтобы этих облаков у нас не было. Поэтому наши облака, они имеют... Мы нижнюю часть не рисуем, мы рисуем только верхнюю часть. Поэтому вот представьте, они идут по дуге и имеют все время разную какую-то наполняемость дуги. Вот эти дуги очень важно иметь в голове. Тогда у вас облака будут максимально грамотно нарисованы и будет максимально похоже, что же это такое. Я беру лист бумаги, что клеенка не бликовала под листочком бумаги. Положу формат листа А4, хорошие бумаги, плотные. Вот сейчас она практически не видна, белая на белом. Ну, сейчас я пододвину палитру. Так, тряпочку влажную. И покажу кисти, которым я буду рисовать. Значит, мы можем взять большую кисточку. Например, вот у меня кисточка номер 10. Вот это максимальная кисточка, которой мы можем творчески работать очень хорошо. И теперь мы будем выбирать наши цвета. Какие нам понадобятся цвета? Во-первых, нам понадобится лимонный цвет. Так, лимонный. Нам понадобится обязательно сиреневый цвет. Вот я заливаю краски водичкой, а потом воду, когда сливаю, у меня краска становится такой вот консистенции, которая вот мне нравится. Такой жиденькой довольно-таки. Так. Потом мы возьмем сиреневый цвет. Если у вас нету сиреневого фиолетового цвета, вот он такой вот у меня, то вы можете в этот сиреневый цвет добавить ультрамарин. Ну вот у меня он есть в готовом виде. А у вас будет еще намешано. Ну и, конечно же, базовый цвет белила. Больше всех накладываем. Мы теперь берем карандашик. Вот я, например, беру карандашик. Вот вы берете HB, я беру карандаш B, потому что мне надо, чтобы вам немножко четче было видно. Нахожу 1/3, провожу прямую линию. Только я уже не рисую так, с таким сильным нажатием, для того, чтобы нам это... Так, отходим отсюда, рисуем наш мостик. Ну, какой мостик мы выбираем? Длину сами. Так. Так. Так, сюда. Здесь у меня будет елочки, здесь елочка. Здесь холмик. На 1/3 у меня здесь большая царь-елка такая. Из-за нее выглядывает фрагментально домик. Второй домик стоит в противоположную сторону. Вот так. За ними елочки.
А потом здесь мы уже нарисуем наши. Так, и здесь у нас кустарники. Все. Набросок достаточный для того, чтобы его потом можно было рисовать. Теперь мы начинаем рисовать. И начинаем рисовать, как всегда, вот как часто делаем, снизу. Здесь такой вопрос. У нас вот здесь вот наши деревья будут очень плотные. Очень плотные. Но нам обязательно нужно небо нарисовать насквозь, потому что вот этот цвет лимонный, холодный, в сочетании с сиреневым и фиолетовым цветом даст небольшой такой оттеночек, так как у нас с вами это гуашь, а это краска, которая может поднять снизу фон, и поэтому мы рисуем целиком, не обращая внимания ни на что. Но у нас еще есть мост. Значит, вот я беру. И под мостом обязательно мы покажем вот так вот наше небо. Мы пока даем вот так вот ровненько, как будто бы такой колобочек нарисовали, половину колобка. И вот теперь, не обращая внимания на наши перила, мы вот сначала обведем наше начало. Вот. Очень часто можно встретить ошибку, когда добавляют следующее небо, то вот эта полоска четко отгибает. На самом деле небо же оно растекается, поэтому нам нужно обязательно здесь, чтобы была или прямая линия, или кривая, но ни в коем случае не сделано вот по таким дугам. Это очень часто ошибка у детей. А мы с вами вот так вот делаем кусочками. Больше мы не поднимаем, потому что если мы дольше поднимем, у нас будет совершенно желтое небо. А нам нужно небо нарисовать сиреневое. Поэтому сейчас нам нужно сделать плавный переход. Для плавного перехода я белым цветом подойду и сверху белым цветом нарисую больше там, где у меня заканчивается эта линия. Для чего? Если мы смешаем холодный лимонный цвет с нашим сиреневым цветом, мы получим, к сожалению, некрасивый оттенок. У нас будет оттенок не столько хороший. Я вот пытаюсь убавить свет лампы, чтобы у вас не было бликовки. Да, вот так мне больше нравится. Так, теперь я беру сиреневый оттенок. Так, ухожу подальше от нашего цвета и начинаю вот здесь сейчас. Можно запросто сверху нарисовать сиреневый оттенок. Потому что желтый с сиреневым дает грязный оттенок, максимально грязный. А вот таким образом, легонечко пододвигаясь, мы можем это избежать. И плавно нарисовать наши красивые оттенки. Цвет сиреневый на желтом оттенке будет смотреться коричневым цветом. Ну, чуть-чуть сюда добавим. Здесь у меня белил есть. Чуть-чуть сюда. Вот. И вот теперь уже мы пойдем выше. Выше мы пойдем и будем добавлять больше сиреневого и немножко фиолетового оттенка. Вот можно потемнее дать, потому что у нас с вами будет. Поднимаем снизу вверх. Нам надо, чтобы плавный был переход. Поэтому мы берем, добавляем белил сюда побольше. Перемешиваем. Можно поярче сделать цветовую гамму. Вот кто хочет, делает поярче. Кому-то больше нравится нежная подача цвета. Кому-то больше нравится именно такая яркость необычайная. Поэтому здесь вы все решаете сами. Потом здесь нету такого выражения, как неправильно получилось. Здесь такого быть не может. Накладывайте достаточно полно. Работайте мягко, но уверенно кисточкой. Самое главное, вам надо передать плавность перехода цвета. Вот, а еще у меня бумага загибается, поэтому я сижу, не могу ее как-то подправить. Мне не очень. Вот придется вот так палец поставить. У меня не очень хорошо, не очень плавно выходит.
Небо все равно будет не очень плавным, но мы знаем, что у нас сейчас будет здесь облака. Сразу же рисуем облака. Для облаков мы используем хитрый прием. Мы накладываем белила. Так, сейчас я покажу вам. Например, на краешек палитры. У меня чистая кисточка. Я ее вымыла, вытерла чуть влажную тряпочку. Вот так у меня, видите, кисточка. И теперь я эту кисточку, вот на кисточку беру бочком. Вот так. У меня получается на кисточке с одной стороны есть красочка, а с другой стороны нету. И я начинаю рисовать наши облака. Сначала я иду со светлой части, потому что если я подниму фон сверху, у меня на желтом будут некрасивые оттенки. Поэтому я вот так. И вот те места, которые мне не очень нравятся, делаю облаками. Краску нужно делать такую жиденькую, иначе у вас плохо получится. Посмотрите, как мы стараемся сделать все в одну линию, но таким горбиком. Делаем где-то в шахматном порядке, где-то в нешахматном порядке. То есть мы стараемся выполнить более естественный такой вот нагромождение наших облаков. Вот до самого верха. И посмотрите, как исчезло все у нас, все наши какие-то недокрасы, все прекрасно ушли в тень. Ну вот я сейчас еще одну палитру возьму себе чистенькую, потому что мне не хватает здесь белой красочки, чтобы она была чистая, потому что мы дальше идем и рисуем нижнюю часть. Мы сначала рисуем с вами снег. Поэтому у меня здесь есть фиолетовый цвет. Я его сейчас перенесу с другой палитры. У меня есть сиреневый оттенок. Я его с другой палитры перенесу. Мне его надо совсем чуть-чуть. И вот здесь я могу добавить голубой ФЦ. Этот цвет очень синий, яркий. Вот его чуть-чуть совсем добавлю. И буду... Сейчас расправлю тряпочку свою чуть влажную. Так. И теперь буду рисовать ниже. Прежде чем мы продолжим урок, еще раз хотим поблагодарить каждого, кто приобрел наши курсы или сделал пожертвование. Вы можете продолжить поддерживать нас через PayPal, Revolut и Patreon. Вы также можете стать членами нашего YouTube-канала или поддержать нас через кнопку Super Thanks. Благодарим каждого из вас, где бы вы ни находились в мире. Часть нашего, вот этого, нашей истории, вот этой истории. Теперь мы берем больше белого. Так. И чисто фиолетового. Перемешиваем. И я начинаю рисовать холмики. Вот прям вот так вот, как холмики рисуем. Где-то больше белого. Вот захожу на нашу елочку. Потом возьму немножко синего цвета. Совсем чуть-чуть. И вот таким образом. Накладываю снег. То есть у нас получается и чуть-чуть сиреневого вот сюда вот ближе. И теперь мы подошли к нашему заснеженному пространству нашего переднего края на нашу реку. Так, мы закрашиваем все. Добавляем свои оттенки. Где-то больше белого. Вот делаем все как бы такими
выпуклыми холмиками. Вот так. И также мы делаем с другой стороны. Синий у нас должен быть совсем немножко. У нас такой он синий цвет у нас. И немножко желтого добавим чуть-чуть вот здесь вот на край. Пусть у нас даже если он смешается с нашим цветом. У нас так, здесь у нас елочка. Все, мы сделали. И теперь нам нужно закрасить нашу среднюю полоску. Мы берем сиреневый цвет. И сначала сиреневым цветом так целиком закрашиваем. Потом берем белый с голубым, с этим синим. И вот здесь добавим. Это больше синего, потому что это тень. И с другой стороны. Все, наша главная задача закрасить, затонировать, чтобы это все как бы сейчас сохло. Все оттенки, они сейчас высохнут. Наш лист бумаги весь высохнет. Теперь у меня вот прям мост какой-то гигантский вышел по отношению к нашим домикам. Мне вот как-то сейчас я заметила и думаю, ой, какой-то мост большой. Там я мост его покороче немножко сделаю. Сейчас мне это позволяет мое это. Так, поменьше сделаю. Вот так вот. Меньше. По размеру сделаю поменьше. Вот. И теперь нам нужно сделать переход вот на мостике. Мы возьмем голубой цвет, ультрамариновый, для того, чтобы мостик наш больше выделялся. Мы возьмем ультрамариновый цвет. И сейчас этим цветом мы пробежим по нашему мостику, по верхнему краю, вот по вот этому. Вот так. Так. Вот. А здесь у нас будет тенева, тень фиолетовая, буквально без всяких оттенков. Темная тень. Фиолетовая, синяя, вот такая вот. Прикроем и закрасим. Вот и сиреневый добавим. Вот наш мостик очень такой темный получился. Он у меня немножко все-таки крупноватый вышел. Ну, ничего страшного. Теперь нам нужно рисовать задний план деревья. Поэтому я меняю на другую кисточку. Сейчас я буду рисовать кисточкой синтетика номер 8. Это четвертый номер. И буду использовать веерное рисование. Поэтому я буду немножко нажимать, вот так вот распрямлять кисточкой. И так вот немножко вот так вот делать, припорашивать краской. Теперь возьму кисточку номер 2, тоненькую, для того, чтобы нам нарисовать стволы. Берем сиреневый цвет, да, кое-где стволы рисуем. Можем фиолетовый добавить где-то цвет. Веточки кверху добавить. Высоко не поднимаем, она же с вами будет здесь. Так. Вот так сделали. И теперь будем делать, припорашивать все это. Сначала мы делаем темными тонами. Мы берем сиреневый, чуть-чуть фиолетового и пошли вот так одевать наши. Сначала мы делаем темным цветом. Берем постепенно, где-то синенького добавим. Это больше фиолетовенького. Пока мы это делаем, на елочку заедем обязательно. Елочка потом у нас будет. Вот прикроем где-то синего цвета.
беленького цвета добавим еще. Голубенького цвета, фиолетового цвета дадим. Сюда как будто бы кустик стоит за нашим мостиком. Вот. Так. Вот. Теперь нам нужно закрасить с вами дома. У нас с вами других оттенков нету, поэтому берем сиреневый цвет с фиолетовым, вот здесь вот намешали, и сначала делаем внутреннюю часть наших домов, часть крыши. Вот. И теперь будем делать сам домик. Сам домик сделали. Где-то синего побольше добавить. Полосочки можно показать так нам. Вот. Домики сделали. Они будут у нас покрыты снегом еще потом впереди. Нам очень важно нарисовать наши ели. Сначала мы потренируемся на елках, которые стоят сзади. Они маленькие у нас елочки. Поэтому нам нужно взять кисточку маленькую. Вот я взяла фиолетовые оттенки. Вот. И белого цвета сразу, чтобы нам все это положить. И вот теперь я ставлю веточки, где у меня будут елочки. Я хочу, чтобы они были светленькие довольно-таки. Поэтому буду делать их вот таким образом. Видите, накладываю снег на темную веточку. Здесь вот можно синенького добавить. Так. Пока елочка, какая-то темная у меня вышла елочка. Сейчас возьму снежок и прикрою. Надеемся, что вам понравился урок до этого момента. Вы можете приобрести весь курс, частью которого является сегодняшний урок, по ссылке в описании. Мы уверены, что вам понравятся все наши уроки, как в этом курсе, так и в остальных. Спасибо всем, кто решит их приобрести.
А теперь давайте продолжим с уроком курса. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем рады видеть вас в числе членов канала. Это отличная возможность поддержать нас. Это поможет нам продолжать создавать для вас полезные и качественные материалы. Кроме того, вы можете поддержать наш проект, приобретая наши курсы или сделав пожертвование через PayPal, Revolut или на Patreon. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки для помощи находятся в описании под видео. Спасибо, что вы с нами, и до встречи в следующих выпусках.